Проходи. Офигеть, Влад А4 стал ребенком. Эй, положи на место, пойдемте разбираться с ним. Папа! Что? Я не хочу быть твоим отцом. Все, хорошо. Глинтик, выручай. На, держи. Ну все, глава семейства. Глент теперь папа Кобяков, моя мама. Серега старший брат, а самый младший Влад Бумага. Это я вам Влада вернул. Зачем, Дедушка Мороз? Детишки попросили. Зачем вернул ты бумагу? Для чего, скажи, он нам нужен теперь с пацанами? Канал ведь можем и вести, когда его рядом нет. 3 месяца без тебя ролики делали. Эй, он что, в туалете сейчас закрылся? Вы кто такие? Это мы! Я вас не звал, идите на... Пацаны, отойдите! Он 3 месяца не срал! Сереженька, поиграй с Владиком. Будем играть в догонялки. Круто! Ты догоняешь! Куда побежал? Пацаны, Влада нужно починить. Смотрите, сейчас беру паяльником, прожигаю предохранитель и Владик сбрасывается до заводских настроек. Ага, значит он теперь не ребенок, да? А кто он теперь? Я робот долбоёб. Я должен танцевать. Ну, покажи, что умеешь. Я не уверен, что это сок. Не, это не сок. Это моча. Он умеет писать пальцем. Сережа, что с тобой? Сергей Антонов с канала А4 стал ребенком. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Все, хана. Влад, заводи гелик. Надо валить отсюда. А где мои ключи от гелика? Вроде в карманах были. Серега, это ты? Все. Валим, 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 валим на гелике. Ай, ой. О, я плыву. Я капитан корабля. Дети, они такие. На минуту отвлекся и уже катастрофа. Я пойду проверю, где он там. А что это такое? Это Сережа так зубки чистил и в пасти измазался. Сереженька, умойся, пожалуйста. 2 seconds later. Чё это такое? Это Сереженька так ванну принимает. Поехали! Он в туалете. У-ху! Пацаны, я в космосе. Может, сдадим его в детдом? Не надо, я за ним присмотрю. Хорошо, Кобяков. Сережа, пропылесось полы. Хорошо, а теперь выбрось мусор. Смотри, дядя Кобяков, я парашютист! Пойдем, я тебя лучше на велике научу кататься. Поехал! Активнее педали крути! Тормози, тормози! После удара от падения с велосипеда Сергей Антонов перестал быть ребенком. Но теперь... Глент стал ребенком на 24 часа. Челлендж! Не, я заниматься им не буду. Сами его воспитывайте. Моя мать Кобяков, а отец Влад Бумага. Моя мать Кобяков, а отец Влад Бумага. А что превратило его в ребенка? Это детский крем. Если он намазался кремом, значит его надо смыть. Понятно. Смываем. Превращайте обратно в нормального. Не сработало. Давайте за ним понаблюдаем. Спички, а ну спички. Он сейчас дом сожжет. Прикольно. Хорошо, что это был дом нашего соседа.
Ублюдок, ну иди сюда, кто решил ко мне лезть, ты засранец вонючий. Не волнуйтесь. А 4 продакшн вам все возместит. Извините, до свидания. Так, клиентик, давай планшет. Все. Пойдем лучше пирог приготовим. Пирог? Пирог. Отлично. Пусть он поучится готовить. Ну и кто хочет это попробовать? Что это? Только я попробую. Серега, не могу. Какой ужас. Ладно, теперь я возьмусь за его воспитание. Первым делом поменяем ему прическу. Жух, жух, как это ново. Жух, жух, как это клево. Жух, жух. Идеально. А теперь ты пойдешь в спортзал. Я из тебя спортсмена сделаю. Ребята, я тут понял, что Глент не сегодня стал ребенком. Он всегда им был. Носил нелепые прически, сутками играл в игры, творил всякую дичь. Сегодня мы пытаемся его воспитывать. И это неправильно. Давайте примем его таким, какой он есть. Да. Да, давайте. Кобяков, хватит орать! Может, дать ему денег? А что за запах? Делаю вдох, так пахнет... Мне кажется, что мы сегодня обосрались. Кобяков стал ребенком! По-моему, ничего не изменилось. Баба-буй. Рядовой бумага. Твоя задача – поменять ему подгузник. О, нет. Нет, нет, ты тупица, это не присыпка, это красный перец. Получай. Many hours later. О, чистенький. Проходи вон туда. Послушный. Что я сейчас увидел? Как это забыть? Никак. Он хочет погулять. Песочница, кобяк! Я могу вот так, вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так могу. Кобяков! Балбес! Попу мыть, нужно каждый день. Жрать! Он хочет покушать. Ну, конечно, у него богатырский аппетит. Мужиком растет. Он хочет игрушку. Смотри, что у меня для тебя есть. Машинка. Куда ему машинка? Да не парься, эта тачка надежная. С ней он точно ничего не сделает. Говорит, на меня газует. Говоришь, ничего не сделает? Кобяков. Все, Кобяков, ложись спать. Пацаны, а Моргенштерн тоже стал ребенком. И Егор Крид. Даже Джиган. Надо подкачаться, надо подкачаться. И Эльдар Джарахов. Что это со мной? Ну вот, я тоже стал ребенком. Олечка, Рикардо, назначаю вас моими родителями. Друзья, не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик. Ролик закончился. Тебе понравился? Да, нормально, лайк поставил.